Победители отбирают на двух татами. На одном из них разгорелась напряженная схватка между Рамзаном Дударовым в синем кимоно и Абдулмаликом Вышегуровым в белом. Оба спортсмена равны по силе, что делает их противостояние особенно захватывающим. С первых секунд схватки соперники активно работают, демонстрируя высокую технику и мастерство. Дзюдоисты обмениваются приемами, каждый из них стремился завершить по-быстрому. Но оба хорошо защищаются. Рамзан пытается выполнить бросок через бедро, но Абдулмалик вовремя реагирует, бросая захват и переходя в защитную позицию. И вот спортсмен в синем снова пытается провести прием, и соперник на этот раз попадается. Схватка продлилась 3 минуты, у Абдулы было время сравнять счет, но защита Рамзана была непреодолимой. На татами соревнуются младшие юноши. Возрастная категория от 10 до 13 лет. На турнир по дзюдо республиканского значения съехались спортсмены со всей Ингушетии. Начальные схватки прошли очень быстро. Сильнейшие решили исход в большинстве случаев в первые минуты. Хабибулла Татриев уже вышел в финал. Этот год для него не был самым успешным. Не смог попасть в сборную республики, а на межрегиональном турнире в Минеральных водах занял 3-е место. Сейчас же он настроен только на победу, чтобы оправдать надежды своего тренера. Хабибулла сдержал свое обещание, победив своего соперника в финале. Это его первый шаг к большим стартам нового сезона, где спортсмен с таким же упорством планирует подняться на вершину дзюдо среди своих сверстников. Высокое мастерство продемонстрировал и Мухаммед Кадзоев, также став победителем сегодняшнего турнира. Это уже вторая золотая медаль для 10-летнего спортсмена. Он поделился стратегией, какими приемами добился победы. Первый схватка с колени раз и понят. Второй схватка то же самое с колени раз и понят. Результат. Большинство ребят, несмотря на возраст, уже закаленные в турнирах и соревнованиях. Для тех, кто в дзюдо пришел недавно, такие турниры дают возможность подготовить новичков к будущим соревнованиям. Именно в условиях высокой конкуренции вырастают чемпионы. Призеров и победителей турнира наградят медалями и грамотами. Соревнования организованы залом по дзюдо имени Хасана Халмурзаева при спонсорской поддержке магазина стройматериалов «Монтажник». Муслим Ганиев, Адам Гулоев, Султан Булгучев, Магаз-24.